Это небольшой обзор завтрака в отеле Мрия. Хлопушки, разное молочко. Я решила, что я буду озвучивать отдельно видео, потому что там очень громко и звук некачественный. На завтрак у нас есть перепелиные яйца, творог, йогурты, конечно же, овощи. Также здесь макароны, вот такая вот запеканочка. Котлеты с рисом, макароны с сосисками и мои любимые сырники и творожная запеканка. Здесь можно добавить различные джемы и соуса, здесь есть синнабоны, различная выпечка, круассаны и самая вкусная нутелла. Тут очень много также несладких соусов, например, сырный, очень вкусный. Я немного стеснялась снимать, поэтому имейте в виду, 40% я не сняла. Здесь есть различные наггетсы. Мясо в различном виде. Например, тут курица. Конечно же, очень много яиц. Творог разной жирности. А также очень много сухих завтраков, каши различные и орешки. Орешки разнообразные, очень вкусные. Очень большой выбор фруктов, мандарины, виноград, яблочки, груши, чего тут только нет. Огромный стенд с выпечкой, сладкой, соленой, нейтральной, очень много выбора. Здесь также есть раздел «Детокс» для тех, кто на ПП, очень много различных овощей. Каждый прием пищи 4 вида салата. Разные виды рыб, например, красных, и штук 8 различных видов сыров. Также много нарезки и колбасы. Также можно по своему вкусу сделать тосты и пожарить их на гриле. Есть блинчики, оладушки и вафли. И можно выбрать напиточки. Я взяла себе капучино, также можно было взять сок или же воду, различные чаи. Вот что я себе набрала, было очень вкусно. Вот наш семейный стол, что мы взяли. А это вчерашний завтрак. И следующее это меню обеда. Тут овощи и рыбка. Пюре тефтели. Макароны и мясо. Еще овощи снимала быстро, потому что стеснялась людей. Блинчики с мясом. Обычная картошка и картошка фри. Мидии. Также вареные кальмары. Очень много разных закусок. Разные виды сыров. Супы. Конечно же, очень много сладкого, да даже не буду перечислять. В каждом приеме пищи разные виды тортов. Я меньше половины не показала, но я взяла себе мидии и кофе. А на ужин тут есть гарнир различного вида. Пюре из брокколи, очень вкусное, кстати. Конечно, много супов. Фасоль даже есть. 4 вида котлет разных, из разного мяса. Шашлык. Тушеные овощи. Чашу шупи, конечно же, наггетсы, 2 вида, очень много разных булок, очень много рыбы, в кляре есть свежая, и в различных соусах. Подробно не снимала, но здесь очень много выбора. Также куриный, свиной, шашлыки. Еще есть креветки, 6 видов салата, закусочки, сыры и колбаска не меняется. И, конечно же, огромный выбор сладкого.
Тут очень много пироженок, тирамису, различных тортиков. Вот они все представлены выше. Ну а вот что я взяла себе на ужин. Меню каждый день меняется. Например, вчера не было креветок, сегодня они уже есть. И что-то опять поменяется завтра уже. Плюс где-то 40% выбора я не снимала, потому что я стеснялась людей.